Вместо старой и полуразрушенной – новая и безопасная. Во дворе у дома по улице Московской, 7/1, появилось еще одно место, где можно заниматься футболом и баскетболом. Площадка пришлась по душе и детям, и взрослым. Это очень важно, на самом деле, для подрастающего поколения. У меня у самой ребенок, ему 2,8, и мы с ним очень любим играть в футбол. Поэтому надеюсь, что теперь каждый день мы с ним будем гонять мяч. За год это уже 18-й спортивный объект в Химках, который городские власти возвели с нуля. В городском округе очень много внимания, большое внимание уделяется развитию спорта. Мы территория спорта, мы самый спортивный город Подмосковья, и поэтому, конечно же, популяризация, развитие его и гордость за свои детские команды, за свои профессиональные команды, она позволяет нам держать высокий уровень спортивных сооружений. Всего в Химках, во дворах и парках на сегодняшний день власти построили около 350 спортивных и детских игровых площадок.